будем работать на выкручивание рук. Взяли сзади, сзади мешок. Те, у кого палочки, берутся большими обратным хватом. То есть перед собой ладошка, а большой палец да. Из этого положения мы перекручиваем ручки вперед и возвращаем назад. Наша задача это сделать все на прямых руках. Приготовились. Три снимка прямая, два, один. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, шесть, пять, четыре, три, два, один. Хорошо, убрали палочку. Выпрямили нож. Я к вам развернусь, а вы сидите в том же положении. Пальчики поставили обратным хватом. Ножки прямые, макушка стремится в потолок, плечи опущены вниз. Из этого положения мы сгибаем локтевые суставы к ручке. Можно чуть-чуть подальше пройтись. И в этом положении мы фиксируемся на 20 секунд, растягивая плечевой пояс. Приготовились. Три. Обратный хват ручки все поставили. Два. Один. Опустились вниз. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Поднимаем вверх. Ручки разворачиваем. Соединяем мизинчики вместе. Спинку выпрямили, грудью вперед. Мизинчики вместе. Если вам тяжело мизинчики собрать, максимально сначала поднимите корпус вверх. Прям соединили мизинцы, скрепили их как бы едино и прошлись пальчиками назад. Растягиваем плечевой пояс. Насколько возможно. Три,
4, 5, 6, 7, 8. Упор на 4 точки. Из этого положения не трогая нашу поясничку, мы стараемся прямо поясницу зафиксировать, и вообще я как бы не думаю о ней. Мы стараемся лопатками растянуть, лопатками прогнуть, растянуть, прогнуть. У вас должна быть небольшая амплитуда, но при этом вы должны чувствовать, что вы работаете только в лопатках. Собрать, растянуть. Получилось у всех. Начали работать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, раз, два. Думаю, только лопатка. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо, теперь поясничку включили, прогнули, округлили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Через правую сторону округлили спинку, через левую прогнули. Раз, два, три, четыре. И в обратную сторону. Раз, два, три, четыре. Хорошо. Садимся на пяточки. У кого нет